Добро пожаловать на канал HardTestInfo. В данном видео я вам расскажу, как сделать аппаратный сброс через настройки на телефоне Qubot King Kong X. Для этого заходим в меню приложений, свайпаем вверх и выбираем приложение «Настройки». После этого прокручиваем вниз и в самом низу выбираем пункт «Система». После этого также в самом низу выбираем пункт «Сброс настроек». И нажимаем «Сбросить», «Удалить все данные». Нажимаем «Удалить». Вписываем наш пароль для телефона. Нажимаем «Удалить». И наш телефон будет сброшен до заводских настроек. Идет загрузка. Идет процесс удаления. Ждем конец загрузки и конец удаления. И как вы можете заметить, наш телефон был сброшен до заводских настроек. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал. И до новых встреч!